Можно украсть минуточку внимания вашего? Вы сегодня такие красивые, нарядные. Помогите мне, пожалуйста, буквально минуту. Девушка звонит, раз уже в 15-й. Я ее обманул, сказал, что в Волгограде. Через пару часов буду. Скажите, пожалуйста, что мы просто ждем вместе на автобусной остановке. Скажите, что мы на автобусной остановке ждем. Хорошо? Она просто не верит никому. Да, меня зовут Паша, ее зовут Эмилия. Ну, как мужчина, мужчине, помоги. Буквально, что мы с вами сидим на одной остановке и на автовокзале. Сейчас, как дороги откроют, мы поедем сразу, хорошо? Ну, скажи, что мы на автовокзале, что еще в Волгограде, скоро бы через пару часов поезжаем. Алло. Алло, мы еще на автовокзале в Волгограде, и мы едем попозже. Скажи. Из заснеженных трасс. Да, привет. Да, это Дима, я тут этот, с другом стоим, короче, сижу рядом на остановке, познакомился, вот, отличный парень. Так что не переживай, все нормально. Да, в Волгограде тут сидим. Мы на автовокзале сидим. Волгограде. В Волгограде. Ну, не знаю, ну, через, может, 3 часа или 2 часа. Да. Алло. А это друг его. А мы вместе вот, на остановке автобус ждем. Волгограде, скажи. Волгограде. Фамилия друга Иванов. Сережа. Алло. Все, да, мы сейчас уезжаем. Алло, девушка. Вот с молодым человеком ждем на остановке. В Волгограде. Да. Напарница, скажи, напарница. Алло, да. Да, я напарница, да, вашего молодого человека, да. Мы просто рядом. Ну, просто мы с ним стоим вместе, как бы ждем, и он попросил с вами поговорить. А вот меня ваш молодой человек остановился, и... Мы тут на вокзале стоим. Прошу подтвердить эту информацию. Помогите мне, пожалуйста. Девушке сказал своей, что в Волгограде нахожусь. Просто скажите, что мы вместе с вами на остановке в Волгограде. Вот у меня просто от нее пропущенных уже 11 штук. Пожалуйста, прям буквально минуту. Сказать, да, мы сидим с ним на автовокзале. Хорошо? А я кто вам? Просто скажи, рядышком сидим, на один автобус ждем. Хорошо? Номер. Вот она звонит. Просто ответь и все. Вот на зелененькую. Да, Эмилия. Эмилия? Здравствуйте. Мы просто вот с ним вместе на остановке стоим. В Волгограде. По Триумфу, в Саратове? Не знаю. На остановке. Как он может быть в Триумфе? Скажи, плохо слышно сейчас все. Ну вот, на тебе, я вам трубку отдам обратно. Алло, я тебе перезвоню. Спасибо вам огромное. Мне девушка звонит. Я ее, ну, к сожалению, обманул, что еще в Волгограде. Можете сказать, что мы на автовокзале, сейчас скоро поедем? И все. Пожалуйста. Скажите просто, что мы рядышком с вами стоим. Просто скажите, что мы стоим и с вами ждем автобус, через пару часов приедем. Здравствуй, Саратов! Сегодня я вышел к жителям нашего города с экспериментом под названием «Помоги соврать мне». Многие из посетителей торгового центра действительно помогли мне это сделать. Многие наотрез отказывались. Врать ли во благо или не лгать вообще никому – решать вам. С вами был Павел Ерофеев. Не обманывайте своих любимых.